сообщает ТАСС, что Россия, Министерство обороны, в убийстве жителей мирных Бучи опровергла Киева обвинение. Вот, кстати, телеграм-канал RTVI приводит некоторые пункты из этого заявления Министерства обороны. Кстати, довольно-таки интересно. Следователей Международного уголовного суда в Гааге России Министерству обороны. Кстати, вот здесь вот даже интересный RTVI. Следователей Международного уголовного суда в Гааге России Министерству обороны надо срочно вызвать Бучу и об уместности, хотя по поводу такому клипа. Есть у меня сомнение, понимание, что любовь, в общем, дар прекрасный увидеть. Я все-таки сейчас озвучу.